Почему Россия? Почему русские добровольцы? Ну, русская карательная система безжалостна, а их сотрудничество с Транстар было взаимовыгодным. Это была идея Кэтрин Ю, их матери. Алекс ее оценил. То есть они были убиты ради политической выгоды и экономии? Я бы не называл это убийством, но не хочу лгать вам. В силу этих факторов они были хорошими объектами для исследований. Гораздо проще убедить человека стать добровольцем, если альтернатива – смертная казнь или пожизненное заключение. Я бы не называла их добровольцами, доктор. Мне не удалось загрузить новые чертежи, но у меня есть схема чипа для психоскопа, с которым я работал. Я буду рад, если он вам пригодится. Морган, я и Январь, мы разговаривали по-разному. Вы вернулись, потому что устали икать? Достоверность этого суждения довольно сомнительна, директор Ильюшина. Это был разработанный процесс. Игве, ну вы же знали, что в лаборатории психотроники что там творится? Ну, да, это были добровольцы. Добровольцы? Они не хотели, чтобы их убили. Они живы, мисс Илюшина? Все они живы? Их навыки, таланты, и теперь они могут достичь большего? Они словно родители, передающие опыт детям. Вы серьезно? Вы хоть раз... Вы вообще знаете, что это такое, иметь детей? Простите, вы о чем? Я сделаю все, чтобы разоблачить вас. Чтобы всех вас разоблачить. Еще одно слово, и я застрелю вас. Не волнуйтесь. По крайней мере, о нас. Я и Январь, мы справимся. Надеюсь, вы не против, если я воспользуюсь фабрикатором. Я бы хотел помочь. Морган. Морган. Этот голубь бесил? В конце концов, программисты выяснили, что файл анимации был неправильно назван.
Oh.
дорогу. Похоже на кошмарный сон. Приближается оператор. Дайте дорогу. Приближается оператор. Изучаю. Ваш костюм немного изношен. Правда, ремонт завершен. Thank you.
Приближается оператор. Пониженная гравитация.
Опасное состояние атмосферы. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Спасательная капсула неисправна. Инженерная служба извещена. Воспользуйтесь другой капсулой. Пониженная гравитация. Привлечет внимание кошмара, который на вас охотится. Я посылаю два сигнала активации. Первый отвлечет Тифона от вас, второй позволит его приманить. Используйте транскриптор, чтобы включить их.
Thank you.